319 тысяч человек приняла Анапа за 3 недели июня. Вместе с местными жителями население курорта в эти дни составляет более 500 000 человек. Небывалая жара, которая установилась в Анапе, вынуждает людей сутками гонять кондиционеры. Больше электричества требуется и холодильному оборудованию. В Анапе две энергоснабжающие организации – НЭСК и филиал Кубанэнерго. В анапских районных электросетях уверяют, к сезону готовились серьезно, но нагрузки потребления достигают пиковых значений. По жалобам населения, энергетики стараются принимать оперативные меры. Могу сказать о своей компании. У нас за последнее время никаких ограничений не вводилось. Оборудование работает в нормальном режиме. И к высоким аномальным температурам наша компания готова. Или трансформаторы на наших центрах питания, а обслуживаем мы районы города-курорта Анапы. Меняли сети, голый провод на СИП, увеличили количество трансформаторов, увеличили мощность трансформаторов, меняли провода высокого напряжения с обычных на высокотемпературные, как раз в целях того, чтобы проходить абсолютно нормально, без боев, в рабочем режиме этот курортный сезон. Что он пока и показывает. Серьезных аварий у нас нету, нарушений в работе оборудования нету. Поэтому уверен, что и в дальнейшем их не будет, и сезон пройдет без боев.